улице. Купили Артему ружье. И оно тут же сломалось. Испанское, да. И оно тут же перестало вон работать. Стоит... И теперь я стреляю вот так. А стоит 1700. Ну, обидно, досадно. 1702. Дай фирму, фирму покажу. Какая фирма? Не туда видно, вот как называется. В общем, вот такое вот ружье. Да? Запатентованное там что-то. Made in Spain. А можно его с папой на улице? В общем, быстро оно вышло из строя. Механизм щелчковый. Сделано качественно, а стреляет недолго. А,